Дорогая радиостанция Вера, я помню, как ты на моих глазах рождалась, будучи маленьким горчичным семечком. И пришли три садовника в Алексеевскую обитель и просили меня выкопать лунку в земле русского православного сердца. И вот теперь ты, радиостанция Вера, напоминаешь собой огромное благосенно-лиственное и светло-плодовитое дерево, в ветвях которого укрываются белые птицы, души слушателей, исчисляющиеся не сотнями, не тысячами, а без преувеличения сказать миллионами. Расти же далее своей кроною, покрывай голубой шар, нашу маленькую планету, просвещай умы и сердца, не пропадет твой скорбный труд, из искры возгорится знамя, и братья меч вам, дорогие сотрудники, отдадут, держите выше ваше знамя.